В стационарном отделении номер 2 Московского областного центра охраны материнства и детства завершили капитальный ремонт рентген-кабинета. В помещении установили специальную защиту от рентгеновского излучения, а также систему вентиляции и кондиционирования. Заменили все инженерные системы, окна и двери. Вместо устаревшего оборудования появилась современная цифровая аппаратура. У новой медицинской техники повышенный набор функций, который позволяет выполнять рентгенографические и рентгеноскопические исследования. Фирма, которая поставляла это оборудование, провела обучение нашего медицинского персонала и врачей, и медицинских сестер. Здесь все полностью компьютеризировано, то есть не нужно никаких рентгеновских пленок. Все, что делается здесь на этих рентген-аппаратах, все автоматом в электронном виде передается в электронную историю болезни, и врачи сразу после снимка, после проведения снимка, могут увидеть этот снимок, а в дальнейшем и увидеть описание, которое пришлют им наши врачи. Масштабное обновление рентген-кабинета в детской больнице провели в рамках государственной программы здравоохранения Подмосковья. Проведенную работу оценил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Ты не Малаховка делаешь? Да. Малаховка. Да, да. Они лучшие, наши отечественные. Да, это да, лучшие. Да. Вот этот спектр частот, он выше, чем у всех западных.